Привет, ребята! Это канал Мелания Тестай. Меня зовут Мелания Ангел. И сегодня у нас челлендж! Мы поиграем в LOL Fashion Factory. Ребята, смотрите, это очень увлекательная игра. Да. И мы узнаем, кто из нас лучше знает LOL. Да. Ангел или мамочка? А я, наверное, знаю. Ой, ну да? Проверим. Ой, ну проверим. Для этого нам необходимо, ребята, смотрите, попасть на фабрику LOL. Да, так? Там есть кнопочки всякие, часы. Смотрите, еще кнопочки, часы, время. Таймер здесь таймер. Есть. И, ребят, вот так она будет выглядеть. Здесь будут карточки, да. Шарики и лупы, конечно же. И лупы. Чтобы взять, какая куколка. Да. У нас будет три раунда. Три раунда. И в каждом раунде будет победитель. Да. И какие суперпризы, Ангел? У нас Глэм Гринто Сарик. Так. И Литусистовский Кодал. И золотенький Пэтс. Просто Пэтс. Так. То есть один приз для каждого раунда. Каждого раунда. Да? Ну, чтобы было интереснее, больше да. призов. Ну, что, определять Ангел? Победителя будет, получается, зритель и дади. Да? Ну, наверное, да. Да? Окей, да, начинаем. Ну что, ребят, открываем, начинаем. Ну что, готовы игроки, да? Да. Фабрика наша готова, да? И у нас правила очень простые. Ставим оба шарика на ленту. И один, и второй. Ставим, да. Потом игроки выбирают карточки, да, и нам нужно подобрать каждому игрушечке LOL, каждой куколке LOL, правильный наряд, правильно, Ангел? Одежду. Да, вот такие вот у нас варианты одежды, да. Вот, соответственно, и вставляем их в шарики, вот там вот есть разрезы, да, и чей шарик быстрее добежит вот сюда до финиша, тот и победил. И получит наши призы, классные призы, да? Отлично. Ну что, начинаем? Первый раунд? Давай. Поехали. У меня Леди Бон-Бон. Так, а у меня вот такая девочка с маской. Так. Значит, надо ее найти. Находим. Так, находим их. Находим. Так, показываем. У меня вот такая. Так, все, окей. Аня, а у тебя какая? Окей, отлично. Все. Да, ну кладите так, чтобы вы видели. Так, ну что, теперь у нас... Подбираем одежду. Да? Старт. Старт. На старт. Начинаем старт. Внимание. Опа. Марш. Опа. И берем карточки. Так. И ищем подходящую одежду. Подходящую одежду. Так, так. Так, Ангел уже так. Находит. Ой, вот я буду. Находит. Ой. Подходящую одежду. Так, так, так. Вставляем. Ой. Первый раунд. Так, первый раунд. Дадя, а какой выигрыш в первом раунде у нас получается? Ну, давайте начнем с самого маленького. Так, да? Значит, Little так, Sister, да? Little Sister у нас, Хани. Так, победитель, бери. Победитель, так. Бери. Следующий, вот значит, берем. Вот девчонки. Так, получились. Берем следующий у нас. У меня Kitty Queen! О, прикольно, Ангел, у меня тоже Kitty Queen. Как? Так. Смотри, а может быть, так может быть, да. Вот у меня тоже Kitty Queen. А у тебя, Хани. А у нас же команды у каждого свои карточки с одеждой. Так, ищем Kitty Queen. Какая же быстрее Kitty Queen. Так, интересно. Так, ну что, кладем. У нас какой-то двойняшки, раунд для двойняшек. Ну мы же доченька и мамочка. Так, и... Если папе подойдет. Да? Может, сейчас и дади Kitty Queen вытащит. Так, ну что, я нажимаю на старт. Нажимаем старт. Да, Ангел. Так, поехали. Ну что, поехали. Подбираем одежду. Ищем именно правильную одежду. Так, правильно. Мне кажется, мне были лучше. Может, это ее не знаю. Точно это ее. Так, сейчас. Подожди. Ой, а точнее, ты не можешь меня знать? Я просто так. А вот нет. Так, подожди. Нет, я быстро, Ой. Мама! Ну вот, все. Ангел, ты победила. И это что еще за победитель? Вот что, значит, поторопила. Так, ребят, ну вот, значит, это твоя, а вот моя. Так, ну все вроде правильно одели. Так, кладем, чтобы получилось. Так, ой, такие хорошенькие, ребят, такая классная игра. Так. Да. Ну что, Ангел? Во какой втором подарок? Раунде какой подарок ты выбираешь? Ну, давайте, наверное, Пэт. Да? Пэт? А самый... Такой вот.
Главный подарок оставим... На да? третий раунд. Третий раунд, да, Хани? Да, на третий раунд. Вот. Ой, хочется быстрее третий раунд. А у меня, ребята, смотрите, попался. Мне кажется, Ангел, ну-ка подскажи, как это ее зовут? Мисс Бэби, что ли? Нет, не ребят, если знаете, пишите в комментариях. Как ее зовут? Так. Ой, а сейчас... забыли, да? Забыли. Сейчас найдем ее, да, так. Интересно, так. Ой, нет, подождите, нет. Мне кажется, это вот это она, вот. Вот это она. А, я ее называю, по-моему, Одри Хёрберн. Да, я ее называю. После Одри Хёрберн. Напишите. Ну, она вообще по образу актрисы. Так, ну что, кладем наших участников. Так, наши участники. Нажимаем на старт. Ой, уже пошли. Вперед. Так, минуточку. О, вот это уже я нашла. Так. Так. А какой у нее? Вот это что ли? Так. Нет, это... конечно, сейчас... Ой, подожди, ну я знала, что... Может, я успею? Так. Опа, не торопиться, главное. Так, ну что? Чья финиша первая? Я же первый. Ну что? Ну что, да? Получается, мамочкина упала-то первая. Вот с этого начнем, да? С гангрипом, давай. Окей, давай. Распаковываем. Поздравляем, Ангел. You're winner. Ну что, смотрим подсказку. Какая подсказка? Нет, такой нет! Я так и знала! Да, ну давай, Ангел, так, подсказку посмотрели. А что написано? Ангел, итак, dress for success. Да, вот оно. Вау, ну давай посмотрим. Такое нет, девочки. Черный, так. Ну что, открываем? Давай бутылочку сначала, может, хочешь? Маме давай. Может помочь? Ну что там? Что? Новая! Черные туфельки, Ангел. А ты уже догадываешься, потому что я нет. Нет, я не знаю. Интересно, какая там будет, да. Какая-то будет. Вот такой. Ой, неужели, Ангел? Маленькая. Может, это Одри, нет? Или нет, какая? Не знаю, какая. Которую я все жду, которая мне все... Да? Нет, ну, вроде не это, да? Красиво. Ну, это мы посмотрим, ребята, кто это. Так, ну, кто, давай, Ангел, очень интересно. Так. Вау, очки, вся такая... Woman in Black, да, у нас черная? Ой, да, еще полностью смотрите, черная. Еще какой-то есть аксессуар? Вау! Корона, краун. Неужели, которая мама мечтала? Которая мечтала. Вот она. Eat Baby. Я так хотела. Это же вот она и есть. Просто здесь она в глэм глиттере. Она такая красивая, Ангел. Вау, ну я прям мечтала. Зараза за тебя, Ангел? Ага. IT Baby, да? Да? Так, ну теперь открываем. А давайте ее покрутим. На подиуме. Вот так она. Ой, а сзади, смотрите, красивая. Какая прическа. Как у мисс Бантик. Бэби. Вот прям косичка. И вот она у нас какая красавица. Угу, супер. В жабо меховом. Норковом, наверное. И вот с такой бутылочкой. Класс. Ой, мамочка, смотри, у нас полная коллекция глэм-гриттера. Правда, Ангел? Все собрали. Мы всех собрали. Классно, я поздравляю тебя. Давай, конечно, давай. Так, я достану песочек. Смотрите, ребят, у нас желтая песочница. Так, что у нас за сюрприз? Я буду тебе давать, Ангел. Так, открывай, что там? Посолка! Так, ребята, правда? Ой, ребята, вам так повезло! Я уже, кажется, догадалась, кто там. Давай доставать, Ангел. Давай покажем, я помогу. Ребята! Это такой классный питомец. Ребята! Поздравляю, ребята, вы такие мои любимые друзья. Вот кому нравится такой долматинец, да? А давай не будем открывать, оставим для ребят. Точно. Ребята, вы сами сможете открыть. Вы же уже видите, какое чудо вот вам попалось. Чудо. Вот, смотришь. Чудо. Ой, хорошенький. Золотой шарик, ура! А подсказка у нас, ребята, вот. Получается, что? А, ну хотя золотой шарик, это самая такая подсказка, получается, да? Стрела, да. Ну что, десяточку. Открываем. Да. Ну-ка, интересно. О, ребята, вы посмотрите, какая повторка. Ля-ля-ля. Даже мне нравится. Голден. Ребята, вы у нас да? сегодня тоже счастливчики. Лил Систер и еще в золотом шарике. Вот да. это да.
Ребята, если вам понравился сегодняшний челлендж и видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И мы ждем, ребята, 1000 подписчиков, что наконец открыть все розыгрыши. Малышка ждет вас. И вот этот питомец. Далмейшен, мы любим вас. Пока-пока. Bye-bye. Bye-bye.